сражав все на фронтах. Женщин, заменивших мужчин на заводах. Детей, прошедших через немыслимые для их возраста испытания. Все они герои войны. Ритуал вноса знамен сопровождается музыкой из песни композитора Александра и поэта Лебедева Кумача «Священная война», ставшей символом несгибаемого духа нашего народа. Битва за Берлин. Последняя крупномасштабная операция «Красная». Командующий войсками округа принимает доклад о готовности войск. Товарищ генерал-полковник, войска Екатеринбургского гарнизона для парада во знаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал-майор Поплавский. Машины направляются к парадным расчетам для традиционного приветствия и поздравлений. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Всегда на боевом посту войны и солдаты, и военнослужащие военной команды. Все они участвуют в сегодняшнем параде. Воистину, в этом празднике соединилась народная гордость и народная память, блеск орденов и слезы ветеранов. Единение всей страны, любовь к отчизне, массовый героизм бойцов и командиров на полях сражений, самоотверженная работа в тылу стали главными слагаемыми Великой Победы. Слава нашему великому народу, победителю! Ура! К трибуне приближается парадный расчет офицеров 14-й армии в своих руках. Капитан Дмитрий Прокопенко. 90-й гвардейской танковой дивизии. Возглавляет расчет военнослужащий, которым доверено представлены бригады под командованием полковника Виталия Панарина. В строю лучшие офицеры соединений. Расчет отдельной десантно-штурмовой бригады под командованием гвардии полковника Андрея Стесина. Гвардии майор Иван Постель. Руководитель общеобразовательных учреждений за среди отличников ученых, победителей школьных, областных и соучастных парадов своими успехами в учебе, в спорте и войне. Они первыми ворвались во вражеские города. Проходят бронированные автомобили и бронетехники, преодолевая водные преграды впрок. На площади противотанковое орудие МТ-17. Главное время – низкий стек, высокая точность и надежность. В парадном строю колесные противоречия.
трибунам приближается зенитно-ракетные комплексы «Среди Донецк» БУК-М1 и БУК-М2. На главной площади Урала сидит гражданских и военных объектов от всех современных автомобилей РЭС, состоящих в жилой. Автомобили «Урал» зенитной установкой ЗУ-23-2 и крупнокалиберным пулеметом для ведения наблюдения, определения координат и трансляции целей для...